Погода, друзья, у нас вообще шепчет. Тепло, 16 градусов тепла. 29 октября, и как бабье лето. Летают божьи коровки, паутина. Вот. А мы приехали с вами доделать добрые дела. Сейчас вам все расскажу. Вон солнышко прилетело, село, греется. Мы приехали к родителям на второй этот уже дом, получается, съемный. Те, кто недавно присоединился, друзья, подписался, чтобы вам было понятно. С первых роликов мы приезжали, занимались здесь, помогали родителям. Они тоже у нас переселенцы. И этот домик пока, ну, снимаем на время войны. Пустили пожить. Мы красили с вами здесь ворота, те, кто помнит. Разработали там участочек земли перед забором. Во дворе занимались, садили клубнику. В общем, много полезных дел делали. Я хотел успеть до дождей. Вот. И потом еще вот здесь вот, за спиной, получается, за моей, был, кто помнит, с первых видео, бурьян вот такой вот, просто высокий бурьян. И те комментарии еще, кто-то там смеялся, напротив, говорит, двора, там еще много гектар бурьяна, занимайся. Вы думаете, было слабо? Нет, это все было в планах. Это все было в планах, за которые я рассказывал. Вот, и сейчас мы занимаемся этим вопросом, разрабатываем земельку возле дома напротив. Вот те, кто ранее помнит и давно уже наблюдает за нами, смотрит, те помнят и знают. Вот здесь мы разработали участочек земли, по над забором все окультурили, навели порядок. Потом мы занялись вот этим вот вопросом таким серьезным. Было у нас в планах, многие поддерживали. Да, ребята, давайте, молодцы. Занимаемся. Вот здесь тогда выкосили траву, вот уже зеленый ковер новый пошел. Ну а было вот так вот, вот. Было вот так вот, все вот это вот, все было в бурьяне, вот так вот. Кто помнит, тот знает. Ну а то, кто недавно присоединился, рассказываем и немножко наглядно показываем. Теперь на этом участке. Вчера не мог я это все показать. В общем, хотели попробовать сразу разработать это культиватором. Своим мотоблоком. Но когда им заехали, ему было слишком тяжело. И мы еще, в общем, ограничитель углубления обломали. Тяжко, тяжко ему было. Обратили за помощью. Наняли мы трактор. Заехали и вот это вот все вспахали. Вот этот участочек трактором быстро прошлись, чтобы облегчить работу для нашего мотоблока. Да, работы много. Вчера занимались, позавчера. Но уже были сумерки, кадры были не очень. Поэтому я просто вам решил уже сегодня это все наглядно показать. Вот. Как я вам и говорил, вот тут вот такой вот клаптик. Ну, хотели больше, но пока так. Я думаю, этого достаточно. На данном участке у нас получается 4 сотки. Вот, 4 сотки земли. Вот здесь, на вот этом клаптике, ровно 4 сотки земли. Вот здесь уже мотоблоком прошли. Орех наш мы не трогали. На нем очень вкусные орехи. Просто шикарные, обалденные. Вот. И теперь мы будем продолжать. Вот этот участочек вот. Здесь все накинулись. И бабушка нам начала помогать. Дай бог ей здоровья. Говорит, без дела не могу сидеть. Увидела, что мы занимаемся. И давай тоже вход. Пол участка уже, можно так сказать, 2 сотки обработали, прошлись мотоблоком, фрезой. А теперь нам вот то вот все вот предстоит теперь с вами доделать. Ну, как с нами. Буду делать я, а вы смотрите. И спасибо за поддержку. Вот, видите, какие здесь у нас вот такие вот глыбы. Все это надо теперь перебить. Нашей фрезой, нашим мотоблоком. Ну, вот так вот. Конечно, вспахали. Это целина. Разрабатывалась целина, ребятки. Целину разрабатывать, сами знаете, очень много труда. Много труда и сил. Ну, ничего. Как говорится, глаза боятся,
Руки делают. Вот такие у нас тут ковелыки большие, да, получается. Вот такие вот, все. Чтобы вы понимали, это глубина. Вот такая. На локоть, наверное. Вот, даже больше. И мы сейчас приступим это все дело перебивать мотоблоком. Подъехали уже. И поехали, ребята. За работу, не тратим время, такая погода стоит просто шикарная. Поэтому приступаем. Сейчас заправим коня железного и за работу. Так, небольшой такой перерывчик. Сейчас отдохнет наш железный конь мотоблок. А я вам сейчас покажу, смотрите. Так вот, висит груша, нельзя скушать. О, вот так еще даже вот груши висят. Угощайтесь, друзья. Такая вот красота. Вот, погодка просто вообще шепчет. Просто великолепная.